около реки, отсюда и название. База отдыха «Ок-река» расположена в лесном массиве на живописном берегу Москва-реки, недалеко от Звенигорода. Изюминка – это тишина возле Москва-реки. Ну и мы находимся недалеко от всех вот этих вот достопримечательностей города Звенигорода. Савин, Старожевский монастырь, Успенский, музей «Назад в СССР», музей русского десерта. Спокойный и размеренный отдых на природе рядом с цивилизацией. Домики из натурального дерева, 20 номеров со всем необходимым. Душ, мини-кухня, телевизор, интернет. Номера люкс улучшенной планировки. Теплый интерьер, домашний уют. Под каждым номером свое машиноместо. Отдых на природе со всеми удобствами. Приезжают в основном семейные пары, кто-то с детьми приезжает. Бывают, приезжают пожилые люди отдохнуть на природе в тишине. Расположиться с палатками на берегу реки, достать удочки и порыбачить. Для гурманов – шашлык на мангале собственного приготовления. Любителям активного отдыха – бадминтон, теннис, волейбол, велосипеды, зимой лыжи. И куда же без русской бани? А кому по душе стопроцентная влажность и плюс 40, подойдет турецкий хамам. Здесь стопроцентная влажность. То есть как бы за счет того, что парогенератором нагнетается сюда пар, здесь всегда вот комфортная температура, также сидушки с подогревом, стены с подогревом. Для развития своей территории база «Ок-река» подала заявку на конкурс для получения грантовой поддержки. Скоро здесь планируется открыть ресторан и еще несколько комфортных домиков. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».